наш спорт, он имеет огромное значение для всего человечества, потому что позволяет понять, что здоровым, богатым и счастливым можно быть в любом физическом состоянии. Потому что спорт за счет дискретности своих достижений позволяет человеку понять, что он может все. И формула успеха – это «хочу, могу и буду», и все. Получается, триатлон – это три вида спорта, то есть плавание, велосипед и бег. Получается, есть еще и четвертый вид спорта – это транзитная зона. То есть это с воды надо выйти, снять гидрокостюм, обуться, сесть на коляску, ну, и поехать. Ну и вторая и транзитная зона, в принципе, то же самое – пересесть с одной коляски на другую. На велоколяске там, ну, она как бы побыстрее, и там переключается скоростя, а здесь, ну, просто что, ну, большие колеса, но крутишь руками. Ну, чувствую, хорошо все сделал. Так как надо. Доволен. Все-таки первый приехал. Да, второе место. Ну, это мои первые соревнования, такие официального уровня. То есть перед этим я занимался греблей, но оно как бы до через соревнований не доходило. Но моя цель сейчас в сборную Украины попасть. И чтобы дальше выступать за Украину, конечно. Это самый сложный спорт именно для Украины. Потому что это спорт самый дорогой, потому что он предполагает оборудование очень высокого класса. А без этого оборудования соревноваться на международной арене просто бессмысленно. И вот наши ребята сидят на коляске, которая стоит $500. А паралимпийский чемпион будет сидеть в коляске за 50 тысяч евро. Привітаємо переможців і призерів в цьому класі.